Давайте смоделируем ситуацию, когда отключится электроэнергия. К примеру, сейчас на термостате 24,5 градуса, это показывает в комнате температуру, 18 градусов – это порог. Поднимем порог для того, чтобы включить котел. До 29 градусов, к примеру. Видим, что мерцает иконка первая. Это значит, что термостат ищет блок управления. Видно, загорелся красный светодиод. То есть включение блока произошло. Идет нагрев котла. И давайте отключим электроэнергию. Посмотрим, что будет. Отключили. 5 секунд подождали, пока разрядились конденсаторы, чтобы не было заряда никакого-то. И включаем. Сразу обращаем внимание, что мерцает иконка первая. Вот это вот. Это идет поиск блока, как я уже сказал. Блок включился, котел должен включиться.